Учитель математики Иван Семенович Артюхов создал в 1949 году первое на Брянщине школьное лесничество. Его девизом стали слова Пришвина о том, что любовь к природе – это любовь к родине. Тема природы занимает большое место в школьных занятиях. Сейчас Жуковское лесничество – лауреат премии Ленинского комсомола. Оно стало базовым. Школьных лесничеств на Брянщине уже сотни. Им доверено 40 тысяч гектаров леса. Но главное – ребята так страстно привязаны к природе и родному краю, что можно только радоваться. Настоящие люди растут. Настоящие патриоты.